Ребенок, держись за круг двумя руками! Обхвати его! В городе Алчевске сотрудники МЧС и полиции спасли двух девочек, провалившихся под лед. Попавших в беду детей заметил прохожий, он сразу позвонил в службу 101. Спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно, и трагедии удалось избежать. Сотрудник МЧС дополз по льду и вытащил на берег одну девочку, представитель полиции спас вторую. К медикам подростки поступили в состоянии общего переохлаждения, но без осложнений. По данным МЧС, в прошлом году на водоемах погибло 3810 человек, из них 447 дети. В этом году погибло 9 человек, в том числе один ребенок.